Всем привет! Сегодня я готова поделиться с вами увлекательным отчетом о нашем опыте жизни в Армении. В этом видео вы увидите окрестности нашего района, где мы жили, а также маршрут, который приведет нас к парку Тума, а затем в парк Цицерна-Каберт, где мы завершим нашу прогулку. Я хочу поделиться не только фактами, которые, возможно, вы слышали на YouTube, но и немного погрузить вас в суть происходящего. В этом видео я расскажу о том, как мы выбрали Армению в качестве нашего нового дома, как прошла процедура легализации, наш опыт поиска и аренды квартиры. Также расскажу, какие овощи и фрукты доступны в Армении, какие парки, фонтаны, и обозрим городскую жизнь. О проблеме мусора, какие цены на товары, а также о бездомных животных и чистоте города. Я поделюсь впечатлениями о местных жителях и безопасности. Приглашаю вас окунуться в наш увлекательный опыт жизни в Армении и поделиться вашими мыслями и вопросами в комментариях. Вернемся к августу 2022 года, когда мы еще жили в Краснодаре, в России. В тот момент все казалось спокойным и размеренным. Но тогда в наших сердцах начали зарождаться армянские мечты. Мы стали задумываться о том, почему бы нам не переехать в Армению. В Краснодаре у нас были друзья армяне, которые рассказывали нам о своей прекрасной стране. Именно благодаря им зародилась идея пожить некоторое время в Армении. Этот опыт позволил нам глубже погрузиться в армянскую культуру и быт. Несмотря на то, что наш переезд был спонтанным, мы смогли справиться с вызовами и начать новую главу в нашей жизни. Согласитесь, когда переезд происходит не по плану, это то еще приключение. Мы оказались в ситуации, когда не успели изучить все тонкости и особенности жизни в Армении заранее. Но, подобно истинным рыцарям, мы решили принять вызов и смело вступить в этот неизведанный мир. Так и было. Впереди нас ожидала незнакомая страна и множество неожиданностей. В то время как Стас отправился в поездку в загадочный Восток поездом и самолетом, я решила отправиться в путь через Грузию на автомобиле, приняв на себя роль кавказской авантюристки. Хотя ожидалось, что я столкнусь с транспортным коллапсом, который в принципе уже не ожидался, ситуация изменилась после моего отъезда. Когда все казалось гладким и успешным, меня ожидали совсем другие трудности. На самом деле я столкнулась с нечто совершенно неожиданным. Если вам интересна наша история переезда, обязательно оставьте лайк и комментарий под этим видео. Хотите ли вы услышать побольше подробностей о нашем переезде? Вы можете просто написать просто рассказ или предложить формат интервью. С документами в Армении оказалось все просто. Оформить прописку было так же легко, как купить билет на карусель в парке развлечений. Неожиданно легальность стала такой же обыденной, как зайти за хлебом. Соглашение между Россией и Арменией оказалось нашим спасением. Минимум бюрократии. Прописку можно было оформить за 2-3 дня. И после этого можно было спокойно жить и работать, продолжая трудиться удаленным. После нашего спонтанного рывка в Армению после 21 сентября 2022 года начался настоящий поисковый квест с жильем. Мы решили не терять времени и обратились сразу к риэлтору, чтобы избежать языкового барьера и найти подходящий вариант как можно быстрее. Спрос на аренду был настолько высок, что каждый час менялась ситуация. Мы слышали истории, как квартиры снимались прямо перед нашими глазами, пока мы только собирались на просмотр. Люди не хотели терять времени, и конкуренция была жесткой.
Поэтому, не раздумывая слишком долго, мы выбрали первый хороший вариант с ремонтом, так же, как это бывает в Москве. Мы опасались, что цены на аренду продолжат стремительно расти, поэтому район, где находилась квартира, показался нам вполне приемлемым. Наша новая квартира оказалась настоящим квестом с двумя уровнями. Ремонт порадовал нас новыми открытиями, добавив шарма нашему новому дому. Бывший салон красоты и парикмахерская за 2 недели превратились в уютное жилище благодаря усилиям ремонтной бригады. К мебели и технике в съемной квартире мы относились как к ценным экспонатам музея, но, несмотря на их высокое качество, они требовали особого ухода. Сравнимо с привычными нам мебельными изделиями от IKEA, например, эти предметы были несколько иными. Для создания дополнительного комфорта мы дополнили их ковровыми покрытиями и защитными элементами. Не обошлось без неожиданности. Например, пришлось установить дополнительный матрасник на кровать из-за дешевого матраса, но в целом все были довольны, и мы сумели сохранить все в исходном состоянии до сдачи квартиры обратно владельцу. С районом Отчепня в квартале Нарошен было несколько особенностей. Несмотря на его удобное расположение и доступность транспорта и магазинов, недоставало кафе и ресторанов. Оказалось, что в нашем районе начинался настоящий строй с утра из-за детских садов, расположенных поблизости. Этот процесс был непрерывным, и мы стали свидетелями его развития. В процессе проживания у нас случались небольшие поломки, такие как неполадки с газовым котлом или насосом для воды. Но хозяин оперативно реагировал на наши просьбы о ремонте. Также были проблемы с интернетом и электричеством. Это типичные проблемы для города. Хотя некоторые могут считать этот район не совсем идеальным, он предоставил нам много уроков и впечатлений о жизни Армении. Мы видели, как постепенно улучшались условия жизни в городе, хоть и оставались некоторые проблемы. Но мы всегда говорили: «все нормально», убеждая себя и окружающих, что мы справляемся со всеми трудностями. С арендными ставками тоже было немало хлопот. Но благодаря нашей дипломатии и, возможно, чуть-чуть магии, цены стали опускаться, словно закат над Араратом. На старте арендная плата составляла 1000 долларов за 75 квадратных метров, но спустя полгода она начала снижаться и упала до 600 долларов. Как вы, возможно, заметили, цены на недвижимость недавно были весьма доступными, но для иностранцев они стремительно выросли. Эта ситуация вызывает вопросы: почему так произошло и каким образом это повлияло на людей? Лично мне это непонятно, ведь я никогда не стремлюсь продать что-то дороже, чем оно того стоит на самом деле. В России и, забегая немного вперед, в Армении тоже я продавала в бывшие в употреблении вещи, всегда стараясь предложить товар по адекватной цене и даже делая приятные скидки и бонусы. Неожиданно многие семьи в Армении освобождали свои квартиры и переезжали вместе, чтобы сдать свою недвижимость в 5 раз дороже. На кулинарном фронте нас ждало настоящее приключение. Оказалось, что цены на продукты в Армении могут быть выше, чем на первом ряду на гастрономическом российском рынке. Цены на продукты оказались выше, чем в Москве или даже в Краснодаре. И казалось бы, откуда такие понатаревшие цены? Одной из причин является огромное количество импорта из России. В результате дешевле многие продукты просто быть не могут. Но зачем это происходит и как это влияет на жизнь людей – это вопрос, который требует размышления.
В лавках района Очепняка, словно на фестивале овощей, каждый продукт казался историей. Но не все овощи были свежепривезенными. Скорее, они прошли свое путешествие и вернулись несколько менее сочными, чем уехали. Ведь, как говорили продавцы, все овощи были местного происхождения. А может быть, это просто характер района? Такие таинственные места часто скрывают свои секреты. С фруктами ситуация оказалась иной. Дыни стали настоящим открытием, словно кусочек из фруктового рая. А вот арбузы и клубника не всегда радовали своим вкусом, как будто им не хватало солнечных лучей. Абрикосы стали настоящей находкой. Сладкие, сочные, доступные по цене. Они просто таяли во рту. А вот мясо было предметом заботы. Не всегда удавалось найти качественный продукт. Кафе и рестораны Армении – настоящая кулинарная рулетка. Иногда, после посещения местного заведения, желудок начинал бурлить непонятные чувства. В этом мире нужно выбирать места с осторожностью, словно подарок для близкого друга. Вопрос зелени в Ереване кажется такой же редкий, как свежий коктейль из лимонов Арарата. В нашем районе недалеко был такой небольшой парк Буэнос-Айрес. Это как офисный камешек с фонтаном, маленький, но свой. Парк Тума, раскинувшийся вдоль шумной дороги, он словно борется за свое место среди городской суеты. Спасение пришло с Цицернака Берта, нашего любимого места для прогулок. Здесь много зелени, тишина, немного людей. Мы туда ходили и зимой, и летом столько раз, что парк, кажется, стал нашим личным лесопарком. Правда, тут выглядит все немного подзаброшенным, если гулять по дорожкам вокруг парка. Есть еще парк классный, парк Арабкир. Можете увидеть его на видеообзоре в плейлисте на моем канале. Оказалось, что деревья тут как настоящие звезды. Без постоянного увлажнения им плохо, и они не растут. Я впервые узнала, что в мире такое бывает. Здесь много где поливают деревья. В Ереване столько полпулаков, что можно не таскать с собой бутылку воды. Они стоят на каждом углу, словно водные оазисы в городской пустыне. Летом они становятся местом встречи для всех, кто хочет охладиться. А дети летом очень любят играть с водой из полпулака. В Армении есть праздник «День воды». Ежегодный праздник в июле, когда улицы наполняются весельем и водными битвами. Люди из ведер обливают друг друга водой. Ежегодная веселая традиция. А вот, к сожалению, ужас оказался в реке Раздан. Она как будто нарочно была украшена мусором и пластиковыми бутылками. Набережная – это, конечно, романтика, но мусор – разочарование. Как и везде, без этого не обходится, где ступает нога человека. Все меняется в ту или иную сторону. Худшую или лучшую. И, может быть, надеюсь, когда-нибудь в будущем это изменится в лучшую сторону. В городе вдоль дороги стоят баки-террористы, открытые, а ветер разносит их содержимое по всему городу. Может, если такие баки закрыть, то и мусора станет меньше на улицах. Летом к вечеру ветер часто поднимался, и из-за множественной стройки в городе и открытого грунта начинались песочные бури на окраинах города. В центре города, в оазисах зелени, это чувствовалось меньше. А вот собаки в Ереване – настоящий феномен. Как будто каждому двору назначено по несколько собак. Кошек я видела немного. У собак есть специальные серьги, бирки в ушах. Это означает, что собака прошла вакцинацию и безопасна для человека. Некоторые собачки даже пытаются гулять рядом с вами, словно хотят сказать: «Дружище, дай приют». Да, собаки в Армении – это целая баллада печали. Очень жаль, что так.
Поэтому призываю жителей Армении дать дом и приют младшим нашим братьям и сестрам. Я считаю, что так нельзя, что это все очень грустно. Грустно было такое видеть. И очень грустно, что такое есть сейчас. Увидеть большую собаку, одну без хозяина, увидеть ее взгляд и как она гуляет вместе с вами, словно вдруг вы станете их новым другом. В центре Еревана чисто, как в опере Моцарта. А в спальных районах иногда выглядит, будто воздушные пакеты решают свалиться с облаков. Летом можно наблюдать, как баки с мусором остаются нетронутыми больше недели, словно летнее солнце затмевает не только звезды, но и обязанности по вывозу отходов. Баки с мусором становятся своего рода арт-объектами, олицетворяющими выносливость и терпение ереванских жителей. В центре города можно найти ухоженные скверы и чистые аллеи, где каждый куст и каждый цветок словно прошли аудицию перед выходом на сцену. В спальных же районах мусорные баки, будто забытые декорации во времена больших перемен, остаются ждать своего момента славы. Это как симфония Моцарта, в центре гармония, а в пригородах несколько диссонансов, которые тем не менее вписываются в уникальный музыкальный аккорд Еревана. Армения – это страна, где тысячелетние традиции переплетаются с современностью, а культурные особенности могут вас удивить и покорить. Здесь очень много церквей и памятников. А взаимодействие с местным населением стало для нас настоящим открытием. Сразу по приезду мы ощутили теплоту и гостеприимство армян. Дети тут, кажется, вырастают с ингредиентами самостоятельности. Ведь даже малыши легко перемещаются без постоянного надзора взрослых. Вот только вечером город иногда превращается в мистическое царство, где фонарное освещение оставляет желать лучшего. Но несмотря на это, ощущение безопасности остается. Статистика по преступности подтверждает, что Армения занимает одно из лидирующих мест в рейтинге по безопасности. Жизнь в Армении нас вдохновляла своей безопасностью, гостеприимством и великолепными природными красотами. Взаимодействие с местным населением оставило в наших сердцах незабываемые впечатления. И даже не идеальная инфраструктура не смогла омрачить восторг от удивительной природы. В центре Еревана нас встретил уютный атмосферный парк, кольцевой бульвар и живописный парк Цицерна-Каберт. На протяжении города и его окраин нас встречали флаги Армении, напоминая о гордой истории страны. Жизнь на высоте 1000 метров над уровнем моря представляла свои вызовы, требуя адаптации к разреженному воздуху и переменчивому солнцу. Неотъемлемой частью стали пупулаки, которые стали нашими спасителями в знойные дни. Однако было бы замечательно видеть больше открытых бассейнов и фонтанов, чтобы охладиться в жаркий день. Нас удивили дети, купающиеся в фонтанах, но, вероятно, для них это было настоящим удовольствием. Вода в фонтанах была чистой и свежей, не имея запаха хлорки и химикатов. Весна подарила приятную погоду, согревая солнцем, а ласточки, кружа над нашими головами, создавали особую атмосферу. Транспортное движение в городе было активным, но мы рады, что не стали свидетелями серьезных происшествий. Проблема использования телефонов за рулем была распространена,
поэтому мы предпочитали избегать поездок на такси в целях собственной безопасности. Изменения в автобусном парке встретили нас приятно. Большие автобусы с кондиционером сменяли старые маршрутки, делая наше передвижение по городу более комфортным и приятным. Все путешествие по Армении было неповторимым опытом, полным приключений и открытий. Это солнечная страна с ее древней историей, гостеприимством местных жителей и уникальной культурой оставила нам незабвенные воспоминания. Несмотря на некоторые особенности и вызовы, жизнь в Армении обогатила нас новыми знаниями, расширила кругозор и подарила понимание того, что красота этого мира часто скрыта в деталях. Армения – страна контрастов, и ее уникальная атмосфера стала для нас настоящим домом в сердце Кавказа. Надеюсь, что мой рассказ о жизни в Армении был интересен и полезен для вас. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии к моему опыту, не стесняйтесь задавать их в комментариях. Путешествие по новой стране – это всегда новое открытие и увлекательное приключение. Каждая страна – это как дом, в котором есть свои порядки и правила. Об этом интересно узнавать собственным опытом, переживать эти чувства в реальности. Желаю народу Армении благополучия и процветания. Вы самые добрые и позитивные люди, которых я встретила после России. Для тех, кто думает о переезде в Армению и не только в эту страну, призываю вперед к новым горизонтам и впечатлениям. И не забывайте делиться своим опытом. Спасибо, прекрасная Армения. Вот что-то в ней осталось еще много неизведанного. До новых встреч! Flying scars over their faces.